Мы не уедем с домов, мародеры. Мы будем до последнего. Вы, говорит, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас в наглую растаскивают. Бунт серед потопу? Схоже, що так. І ось це так новини, скажу я вам. Тому що росіяни готові плавати у власних оселях і замерзати у воді. Бо бояться своїх же. Бо кому евакуація, а кому можливість збагатитися? А кому взагалі нові інтриги та шокуючі зізнання? Тут є різні варіанти, але, на мій взгляд, якраз от слів Зеленського і його контори, как бы, він може відкрити путь для якихось других, варіантів. Да, я знаю там всі ці, так сказати, значить, всі ці розклади місні, я розумію, що хто там є, кого там нет. І тим не менее, він підвішений, так сказати, зараз на волоске. На мій взгляд, как бы, да, його можуть зробити якраз или сакральной жертвой вот этой как бы Украины, или наоборот выставить его, так сказать, полным идиотом. Це пропагандист вовкнув зайвого. І поки це не вирізали з ефіру, це побачила я. Так от, на болотах все як завжди. Але і про це мені є що вам розповісти. Вітаю, мої незламні українці. Це проєкт «З дна постукали» та я, Інна Набок. І сьогодні розповім вам, чому Росія, яка все ще, на жаль, існує, не заслуговує на це. Принаймні в нинішньому вигляді. Адже країна не до людей, які не тільки нас, українців, готові знищувати, але й своїх. І вся ця ситуація з потопами на Росії яскраве, тому підтвердження не заслуговує на існування. Так от, жителі Орська тепер бояться не потопу, а евакуації. Як вам такий поворот подій? Ми не уїдемо з домов, мародери. Ми будемо до останнього. Ви, говорите, евакуюйтесь, пожалуйста, тільки нас в наглую розтаскують, нас залазять. Красно-біле обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители подходят и просто обворовывают дома. Росіяни не погоджуються евакуюватися, тому що не хочуть залишати свої будинки. Побоюються мародерів, які нещадно та нахабно їх грабують. І ось тут я, власне, не здивована. Бо знаєте, чому так відбувається? Тому що у них не буде другого шансу заробити на холодильник чи пральну машинку. Влада їх кине із мізерними компенсаціями, і вони ще не скоро собі зможуть щось купити. Якщо взагалі зможуть. Журналісти, ви можете розказати, куди ви побили? 44 А. Куди ще раз? 44 А. А там у вас що? Подъезд зайшла вода, перший етаж. Ви людей поїхали визволяти? Ні. Имущество, холодильник, поднять стиральну машину. Ага, поняла, спасибо. Тож, поки частина Росії йде на дно, кривавий диктатор, як завжди, каже, що все буде добре. І закликає росіян не панікувати. Каже, в єдності сила. Вам спасибо за ваш героїзм і за ваш настрой. Ми один народ, і ви не забыли об этом тогда, когда было особенно тяжело. И помните сейчас. Основа основ восстановления нашего единства. Цікаво, скажіть, поки росіяни відкрито та масово виявляють своє невдоволення щодо дій влади і навіть погрожують від'єднатися від Росії, у Путіна й далі все за планом. Привіт, мене звати Оксана. Я всю життя проживаю в місті Орск. Нахожусь я уже как 24 года в одном месте. Это старый мой любимый город. Сегодня я зашла в администрацию одним человеком, а вышла совершенно другим. Я очень вас всех благодарю за обратную связь. Столько поддержки в жизни я никогда не видела. Спасибо вам большое. По поводу того, что ответил мне Денис Паслер, этого не выложили. Не выложили, потому что выкладывать нечего. Ничего он мне не ответил. Он сказал, я его напрямую спросила, кто виноват? Вы берете на себя ответственность? Он сказал, нет, это общая проблема, и мы виноваты все, дословно вам говорю, он мне сказал, мы виноваты все, все. Слышите меня, арчане, мы все виноваты, все это никто. Мы все тут должны нести ответственность за то, как ее строили, вот скажите мне, пожалуйста. Почему? Почему мы должны сами идти к вам? Пожалуйста, мой дом затопило, посмотрите, как это. Пожалуйста, придите к нам. Вы знаете карту затопленных домов? Придите сами к нам и посмотрите. Придите и выплатите. Нет, я говорю, вот я вам обращаюсь не к вам лично, а вот как власти. Власти города, города Орска. Мы же договорились не перебивать друг друга. К власти города, к власти Оренбургской области. Кто отвечает за это? Есть же люди, которые виноваты, согласитесь. Кто-то так не согласен? Да, да. Есть люди, которые виноваты в конкретном строении. Понимаете, я приезжала, когда началась эвакуация, я приехала на 9 января.
Мне местные жители сказали о том, что дамба текла 3 дня. Люди звонили в администрацию, предупреждали. У нас стоят дома, там снесло дом напором, понимаете? Никто их не слышал. Это вина власти в том, что произошла эта ситуация. Почему мы сейчас должны идти и выпрашивать? Дайте нам, пожалуйста, 20 тысяч, дайте нам 40 тысяч, закройте наши кредиты. Это не наша вина, понимаете? Я понимаю стихии, да, так сложились обстоятельства, что случилась такая ситуация, вот пошла вода. Но это не наша вина, не вина местных жителей. Это вина тех, кто строил, кто принимал. Кто принимал и кто не обращал внимания, когда люди говорили об этом. Як вам? І це, до речі, ще не все. Ось маю ще й такі кадри. Тут, власне, мої коментарі зайві, тому давайте подивимося. Ну і не потопом єдиним, бо поки плаває Орськ, з дна постукали і на Москві. Там рупор Кремля Міхеєв знову взявся розмірковувати, як і коли Захід та Україна можуть говорити з Росією. Я бы заострил внимание западников, опять же, как это туда, так сказать, транслировать, это другой вопрос, на простой вещи. Украина в целом переоценена. Она не может быть смыслом жизни Европы. То, что они говорят о том, что если проиграет Украина, так сказать, проиграет Европа, это откровенная ложь. Вопрос в том, с кем об этом можно разговаривать. И если сейчас хоть кто-нибудь, может быть, выборы в Европарламент что-то покажут, или выборы в Америке, я не знаю, так сказать, какая-то отсечка здесь все-таки есть, потому что все эти Урсула фон дер Ляйен, они не вечные. Нет, Украина не является смыслом жизни для Европы. И на самом деле жизнь Европы без Украины вполне возможна. Это возможно. Есть ли жизнь после Украины? Да, конечно, есть. Это, во-первых. Во-вторых, вопрос трактовки того, а что такое поражение Украины. Да? Ну, например, давайте, в конце концов, технологически не нравится вам поражение Украины, давайте отделим поражение Украины от поражения Зеленского. Например, может быть, поражение режима Зеленского. Я просто технологически рассуждаю, да? Не поражение Украины, так сказать. Украина, она как-нибудь там, так сказать, да, как-нибудь останется, мы потом поговорим об этом. А вот поражение Зеленского, поражение режима Зеленского. Далее пропагандист Міхеєв почав брехати про якісь там переговори та домовленості. І навіть заявив, що Європа вже має мати запасний план. Це якщо Україна програє. Вірніше, путінські посіпаки впевнені в тому, що Україна програє і що Європа тоді опиниться у глибокій кризі. Це якщо, звісно, не змінить зараз свою політику. Є ли життя після України? Да, є. Україна не є смисл життя для Європи. І донести, мені кажуть, ці мислі до них мають смисл, в тому числі, між прочим, через контакти з тими, хто, може бути, продвинет своїх, значить, депутатів на виборах в Європарламент. Я вважаю, одна з наших проблем, кстати говоря, от насчет нашого такого крайнього легітимізму. У цього легітимізму є плюси, але є і мінуси. Мы никогда не работаем с оппозицией. Вообще никогда, так сказать, да. Ее как будто бы нету, ее, так сказать, не существует. Да? Ну вот мы таким образом показываем свое уважение к тем странам и тем, так сказать, руководителям, с которыми мы имеем дело. Но является ли это достаточно эффективным в любом случае? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Надо работать. Вопрос в том, кто этим будет заниматься, как, каким образом, да, должны ли это быть официальные лица, неофициальные лица. И это уже вопрос технологии. Все это обсуждается с закрытыми дверями. Но на самом деле... К тем людям, которые могут прийти к власти, надо иметь контакты. Да, может, они на это не пойдут, потому что их тут же обвинят в том, что они агенты Путина, но найти формы можно. Серьезно? Про яку таку повагу він взагалі каже? Росія чхати хотіла на всі міжнародні закони та права. А ось така заява пропагандиста лише підтвердила тезу, що Росія хоче і планує втрутитися у європейські вибори.
І саме вибори в Європі в 2024 році можуть стати мішенню для Росії з огляду на важливість європейської військової та економічної підтримки для України. Тож Міхеєв, навіть сам не зрозумівши, що далі бовкнув зайвого, розповів про справжні, але засекречені наміри Кремля, тобто мати вплив на європейській політичній арені. Тож давайте подивимося і послухаємо, як він злив таємну інформацію Путіна. Давайте посмотрим, так сказать, каковы расклады в Европарламент. А кто там может появиться? А может быть, как бы, да, с ними можно поработать. Потому что тут такая штука. С одной стороны, действительно, если вы пойдете на обострение, то мы все сгорим однозначно, как бы, да, и так далее, и так далее. Уж всегда от Европы точно один пепел останется. Но с другой стороны, вы хотите жить дальше? В принципе, вы жить хотите? Если вы жить хотите, значит, поиски определенных форм совместной жизни неизбежны. И здесь вопрос дальше, так сказать, чисто технологически, а кому, как, каким образом, да, вот эти все, так сказать, послания, что называются, да, необходимо доставить сообщить, хотя я понимаю, что сейчас очень это все стало сложно. Но тем не менее, что касается самой Украины, я понимаю, что, может быть, так сказать, тут есть разные варианты, но, на мой взгляд, как раз вот слив Зеленского и его конторы, как бы, он может открыть путь для каких-то других вариантов. Да, я знаю там все эти, вот, так сказать, значит, все эти расклады местные, я понимаю, что кто там есть, кого там нет. И тем не менее, он подвешен, так сказать, сейчас на волоске. На мой взгляд, как бы, да, его могут сделать как раз или сакральной жертвой вот этой, как бы, Украины, или наоборот выставить его, так сказать, полным идиотом. До речі, саме Росія чинить більшість кібератак проти виборчих систем і процесів у всьому світі. Вони покликані вплинути на вибори задля досягнення стратегічних цілей у геополітичних регіонах, а власне тих, що становлять інтерес для Росії. У окремих випадках кібернетична діяльність політично мотивована і направлена на демократичні процеси певної країни. Для прикладу, пов'язані із державою проросійські кіберзлочинці спрямували свої дії проти виборів у державах, які надавали підтримку Україні. Це його фінансова сила, не воєнна. Безумовно. Да. І коли ми будемо хоча б на рівних, ну або майже на рівних в фінансах, а к этому дело идет, а не просто про БРИКС сказал, то тогда и совершенно по-другому это будет противостояние. Это все звенья одной цепи, оно никуда не вылетает. Поэтому я считаю, что тот путь, который сегодня вот президент нас ведет, да, он четко это делает. Мы же привыкли читать короткими новостями в Телеграме, там, да, ну или то, что мы даем новости. А вот все это в кучу слепить, это не всегда получается. И вот когда вот это противостояние достигнет, это во всех сферах, только тогда появятся какие-то условия для того, чтобы можно наконец-то было сесть за стол переговоров. Не обязательно должен быть такой карибский кризис, еще что-то. Но по-другому может случиться. Финансовый крах намного страшнее для Запада, чем военный, правда? Ну, да, правда. Правда. Да. Поэтому давайте просто подождем. Я верю в нашего руководителя, я думаю, что получится. Тож, кровожерливі лапи Путіна можуть дотягнутися і до тих, хто нас підтримує. Тому важливо показувати ось такі заяви пропагандистів. Важливо говорити про це і викривати фейки Кремля. Тому дякую, що дивитеся з дна постукали і допомагаєте мені руйнувати пропаганду. І головне, не забувайте, нам потрібно продовжувати боротися з цією росіянською нечистю. Тому підтримуйте сили оборони. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.